К большому сожалению, из-за длительных майских праздников посмотреть очередную 45-ю серию сериала «Красная зона» вы сможете во вторник, 11 мая. Что касается интересных фактов о данном сериале, то съемки сериала проходили в Москве и области. Много времени кинематографисты провели в Люблино, на территории одной из клинических больниц, причем съемочная группа, не мешая медикам, работала снаружи здания, во дворе и на окрестных улицах. А вот над внутренними помещениями телеклиники потрудились декораторы, достоверно соорудившие в павильонах врачебные кабинеты, больничные покои, процедурные, операционные и реанимационные палаты. По словам режиссера проекта, «Красная зона», рассказывающая о медработниках, сражающихся с COVID-19, на текущее время не имеет аналогов на российском телевидении. Также главный режиссер Ромащенко отметил, что немалое внимание кинематографисты уделили нюансам работы и человеческих взаимоотношений в экстремальных условиях пандемии.